Третий день укладки тротуарной плитки. Закидали основную часть. Для чего это было сделано? Чтобы сюда догрузить остальную плитку и сюда выгрузить также песок. Нужна укладка тротуарной плитки. Обращайтесь, звоните. Укладываем плиточку шестерку. Обычная брусчаточка на отсев с цементом. Здесь у нас сделан перелом на плитке. То есть здесь уклон у нас чуть сильнее, здесь уклон чуть меньше, чтобы грязь, лужи с дороги, они сюда не летели. То есть вот это вот расстояние мы отбили. Чтобы нам сделать это, мы сделали здесь зарезочку на плитке, и тогда она не будет переламываться. Если ее поставить просто, целую плитку здесь, то потом на вот этом переломе у нас начинает она гуляться. То есть это не очень хорошо. Вот у нас все швы четенькие, ровненькие. Здесь у нас уже идет другая плитка на входной группе. Вот такая вот брусчаточка. Мы ее засыпали песком, потому что ходим по отсеву, ну, по вот этой смеси, там находится цемент. Если мы бы ее бы не заложили бы, не закрыли бы, то она бы у нас бы этим всем бы делом запачкала. Здесь на входной группе у нас вот такая плитка использована. Также шестерка толщина. Перед входом, конечно же, решеточка. Внизу там тоже будет такая же. А здесь уже плитку используем 2,5 сантиметра толщиной. Тоже тротуарную. То есть и внутри также у нас тротуарная плитка. А под этой плиткой у нас идет теплый пол. То есть также смесь у нас идет и теплый пол. Такая красота получается.